Сегодня мы рассмотрим узор для туники. Узор простой, ничего в нем сложного нет. Просто единственная сложность для новичков — соединение двух нитей. Но крючок нам в руки. И мы все сможем. Раппорт узора. 4 петли на 6 рядов. Набираем первую петельку закрепляющую. Набираем 11 петель для примера. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набираем 3 воздушные петли подъема. Отступаем 4 петли назад и вывязываем ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Тренируем натяг нити, чтобы у нас петельки были ровные. Для начинающих этот узор очень простой. Обратите внимание, что это туника. Верхняя часть, кокетка, вяжется снизу вверх, а нижняя часть вяжется сбоку. Все это показано на схеме, на выкройке. Выкройка будет находиться в ВКонтакте. Ссылка под видео. Будет там ссылка под видео, там написано схема тут. Провязали мы первый ряд. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем второй цвет, вывязываем рабочую петлю, заходим ту петлю, которая у нас была рабочая, да, соединяемся. Теперь у нас не серая, а розовая рабочая петля. И вывязываем серенькую, затягиваем и вывязываем 3 петли подъема. Мы поменяли ниточку. Так как у нас здесь узор получается через ряд, нам серенькую петлю надо все время тянуть по рисунку. Мы ее вот так закладываем и вывязываем столбик в столбик 10 столбиков с накидом. Столбики на начальном этапе сначала считаем, чтобы не сбиться, а то потом придется все распускать. У нас должно быть 10 столбиков и 3 петли подъема, которые будут считаться столбиком. И так до конца ряда. Мы просто ниточку прикладываем, и ее в принципе ни с той, ни с этой стороны не видно. Вот. И здесь ее не видно. Но она у нас идет. Чем мы будем рвать нить, нам это ни к чему, да? Мы ее и не так много большой расход, и узелочков нет. Мы ее проведем за собой. Вот. Провязали мы, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 мы вывязываем в третью петлю подъема. И вот что у нас получилось. Вот такая красота. Теперь переворачиваем работу. Меняем ниточку. Розовенькую мы прикладываем вдоль, а серенькую набираем 3 воздушные петли подъема. На схеме у нас сейчас третий ряд. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы заходим в первый столбик и серой ниточкой розовую мы уже подложили, мы уже ее обвязали. В первый столбик вывязываем 2 столбика с накидом.
Так. И вот она у нас ниточка провязалась внутрь. Подтягиваем, чтобы ее особо не было видно. Пропускаем 3 столбика и заходим в четвертый. Из него вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Она у нас, вот она, ниточка идет, ее не видно. Мы ее так подтянем, и ее совсем не видно. Это у нас изнанка, а это лицо. Лицо определяется по красивому краю, а изнанка у нас не очень красивая. 5 столбиков связали. Прикладываем розовую нить к розовому. Пропускаем 3 столбика. Входим в четвертый и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. Затянули розовую ниточку. Ну, так, чтобы у нас не скукожился рисунок, а так вот, вот так. И в третью петлю подъема, опять же, прикладываем ниточку, в третью петлю подъема вывязываем 1 столбик с накидом для выравнивания края. Третий ряд связан. Ни здесь, ни здесь ниточки не видно. Меняем нить серую на розовую и вывязываем 3 воздушные петли. Серенькую ниточку затянули. Переворачиваем работу, прикладываем серую ниточку к серому. Теперь из первого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Ниточку серую приложили. Теперь заходим между элементами, вот сюда, в арочку. Ниточку тянем, вот так придерживаем. И вывязываем из этой арочки 5 столбиков с накидом. 1, 2. Ниточку серую прикладываем. 3. 4, 5. Итак. Ниточку серую тянем. Заходим в следующую арочку. И вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки, из-под одной арочки. 1, 2, 3, 4, 5. И в третью петлю подъема мы вывязываем 1 столбик с накидом. Четвертый ряд связан. Ни здесь, ни здесь ниточек не видно. Так вот, после стирки меняем ниточку. И вывязываем 3 воздушные петли подъема. Розовую затягиваем. Переворачиваем работу. Розовую ниточку
тянем по рисунку. Вот так. Прикладываем ее и тянем. И теперь нам надо провязать 10 столбиков с накидом. Ну, в каждый столбик. Один. Ниточку тянем. Заходим в каждый столбик. Два. Три. Четыре. Пять. Ниточку вот так опять прикладываем. 6, 7, 8. И последнюю петлю мы вывязываем в третью петлю подъема. Последний столбик. Пятый ряд связан. Меняем ниточку, 3 воздушные петли, серенькую затягиваем, переворачиваем работу, серенькую ниточку прикладываем к серенькому и вывязываем столбик, столбик. Так вот до конца ряда, столбик, столбик. Не забываем про серую ниточку. Обязательно считаем столбики. Вот так. Ничего сложного в этом нет. Еще раз повторяю, что эта туника вяжется кокетка снизу вверх, а боковая часть... Не боковая, а нижняя часть туники вяжется сбоку. Все это находится и видно в выкройке. Выкройка будет находиться в группе ВКонтакте. Последний столбик вывязываем в третью петлю подъема. Меняем ниточку. Да? У нас здесь всегда 3 воздушные петли. Контрастную ниточку затягиваем, переворачиваем работу и не забываем, что нам надо прикладывать, и вяжем третий ряд. Первый столбик мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее мы пропускаем 3 столбика, заходим в четвертый, ниточку тянем, вот она у нас. Заходим в четвертый и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика, заходим в четвертый, ниточку розовую приложили. 5 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5. И в третью петлю подъема мы вывязываем 1 столбик с накидом для выравнивания края. И вот что мы имеем, что мы с вами связали. Легко? Легко. Вот так будет смотреться. Нижняя часть туники. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!